Родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинское Беляевского района Оренбургской области. Вскоре после ее рождения семья перебралась в село Неженка. Там Лариса пошла в первый класс. Своего родного отца она никогда не видела. Воспитывалась матерью, Альбиной Андреевной, которая после окончания института работала учителем истории в сельской школе, где училась Лариса, отчимом, Виктором Макуриным, за которого мать вышла замуж, когда Ларисе было 5 лет. В их браке родился сначала первый брат Ларисы Олег, скончавшийся в возрасте 3 лет в результате несчастного случая, а через 2 года после его смерти. Второй брат, Виталий, по состоянию на 2009 год жил в Оренбурге, работал в школе тренером по лыжам. Отчим Ларисы умер в 1997 году. Спустя 40 дней Лариса Андреевна забрала маму в Москву. С детства Лариса мечтала стать актрисой. Окончив школу, в неполные 17 лет она поехала в Ленинград, где поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, ныне РГИСИ, курс В.В. Петрова. Параллельно с учебой работала моделью. В 1984 году окончила институт. После института начала сниматься в кино. Ее первой главной и самой известной ролью в кино стала роль Ларисы Агудаловой в фильме «Жестокий романс» режиссера Эльдара Рязанова с 1986 по 1990 годы. Актриса киностудии «Ленфильм». В 1994 году у Ларисы Гузеевой было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» за заслуги в области искусства. Кроме «Жестокого романса», актриса снялась еще в 60 картинах. С 6 октября 2008 года работает телеведущей на Первом канале в программе «Давай поженимся». В 2009 году за работу в этой программе Гузеева стала лауреатом Российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий ток-шоу».